С нами все это время школа коневладельца от уха до копыта. У нас вы научитесь не только с пользой проводить тренировки в манеже и на плац, но и комфортные выезды в поля. Например, как мы едем за грибочками. Ну или просто в поле прогуляться и поскакать. Только что нам встретился мотоцикл. Дяденька тоже стоял, кстати. Видно, попе неудобно сидеть, когда мотоцикл по камешкам едет. Скоро будет выход на землю. Все, мы с Джуником добрались до посадки. Ходим, собираем грибочки. Джуник у меня прошаренный парень везде. Между деревцами переступаем через все. В общем, ему фиолетово, лишь бы жрачка была периодически. Так что двигаемся. Главное тут, чтобы Джуник не застрял. То как-то у меня застрял между двумя деревьями. Посадка сухая. Ну вот это однозначно красавчики. Смотрите, какие красивенькие. Все связаем. Круто. Вот такие грибочки беленькие. Джуник, ты молодец. Не надо есть грибы. Грибы мне. А вот еще три вот таких поддубничка срезала. И вот есть еще один. То ли белый, то ли поддубник. Сейчас срежем. И вот какой красавчик. Срезаем. Хорошенький. Берем. Кладем в рюкзачок. Скоро у меня места в рюкзачке не будет. Кстати, о птичках. Я не рассчитывала, что у нас будет такой улов хороший. В общем, я вас все не снимаю. Вот частично. Ой, земляничка какая хорошая. Вот красавчик. Вот красавчик еще. В общем, нам с Джуником везет. Там он сыроежка и земляничка. Красота. А, и вот третий. А, вот еще маленький. Господи, сколько их. Красота. Какие они все-таки красивенькие, беленькие, да? Такие вот шикарненькие. Манюнькие вообще хорошенькие. Вот еще один, оказывается. Короче, в одном месте у меня 6 штук. Вот он, видите? Вот он такой красавчик. Джуник живет. Ему всегда нравится за грибами ездить.